Итак, всем привет, мы продолжаем проходить игру Warriors Orochi, точнее главы 8X всех кампаний. У нас осталась, в общем-то, непройденная кампания Династии У, то есть глава 8X кампании Династии У. Несмотря на то, что в конце прошлой серии Люй Бу таки открылся, это все связано с тем, что меня, видимо, засчитали. То, что я где-то там когда-то пробовал немножко эту главу пройти. Но я тогда подумал, что у меня ничего не получилось, потому что Люй Бу не стал восхищаться. То есть не говорил, что, ёлки-палки, кажется, есть воин сильнее меня. То есть он просто говорит, ну теперь ты меня разозлил. Вот у него такая фраза была. Я подумал, что он нифига не это. Не восхитился. Оказывается, восхитился. И взял и открылся потом. Когда я прошел последнюю, в общем-то, главу, да? 8X. Это была у меня глава 8X компании Нобунага Ода. Ну да ладно. Давайте, знаете что? Ради эксперимента возьмем, да и возьмем его. А чё бы нет? Посмотрим, что будет. Да-да-да. Ой, у нас все на силовиков, да, рассчитано. Тогда давайте так, скорость уберем. Возьмем живучесть. Так, усиление так, улучшается. Ага. Могущество и так далее. Нормально. В принципе. В принципе, нормально. Вот таким вот макаром мы и пойдем. Так, сохранимся. На всякий пожарный. Мне очень интересен Люй Бу, потому что я его никогда не открывал. Мне просто этого не хватило. Здесь это у нас нет. Да, по-моему. ソンケがその意味し、いよいよソンごとオロチ軍の最終決戦の機運が高まった。決戦に備え、オロチ軍は赤壁の地に大軍を集結させつつあった。これを打ち破ることができれば、来るべき決戦で勝利に近づくことができる。徳川家康は、島左近らと共に、オロチ軍を一掃すべく、赤壁に軍勢を進めた。 Да, это та глава. То есть я не закончил. Мне не хватало никогда терпения открыть Люй Бу. То есть игра Warriors Orochi, она вообще настолько такая, как это сказать, она под настроение. В нее нельзя вот просто так сесть и играть. Нужно действительно настроение. Поэтому это прохождение так и затянулось. Потому что ну никак настроение нужного не было. Так, ну давай, Люба. Покажи, на что способен. О, неплохо. Интересно, а он здесь есть? Вот что мне интересно еще. Да, есть, вот он стоит. Люй Бу против Люй Бу будет. Ну а че? Тоже интересный опыт. Так, бежите, бежите, бежите. Окей. Ну, тоже у нее нормальная атака. Такая вот ранжированная-то. Да не! Отлично. Торопиться не будем, будем убивать всех полководцев, все базы зачищать. Нам, в общем-то. Ага,
Так, я хочу посмотреть, что у него за спецатака. Вот, например, если так. Ну, неплохо. Так, а это... Он еще выжил. Ты сукин сын. Да-да-да. Люсюнь. Так, куда нам теперь? Вон там он есть. Вон там он, там, там вон, там вон, там вон, там вон. Вон там вон, вон один есть. Он даже слепуна может захватить. Отлично. Крутой. Любу. Так, здесь есть вроде как база, нет? Но я понял, что подрывают мосты, да-да-да. Где он? Ну-ка. А, нет, здесь нету базы. Здесь просто эти. Так, мы можем пойти прямо-прямо, и там у нас есть один полководец. Либо мы можем пройти, да, наверное, так мы и пройдем. Мы пройдем по тому, вон, периметру, по периметру, короче. Ему спецлошадь-то дадут? Ну, где лошадь? Не, не дают. К сожалению. Давай. Не застревай. Медленная, конечно, лошадка. Ничего не скажешь. Тут нужен всадник, блин, двадцатки, чтобы дали хорошую эту лошадку, по-моему. А у меня что-то со всадником вообще большие проблемы. Я никак не могу. И в его развитии у меня до сих пор четверка. Что, конечно, позор. Да я, честно, не знаю, как развивать всадника. Честно-честно. Так. Вот здесь мы повернем, и там у нас вон сколько народу. Все жаждут битвы. А здесь нам нужна вот она, наверное. Хотя можно Гентиё. Давайте возьмем Гентиё. Сейчас быстренько разберем. Так, где тут кто? Где тут кто? Раз. Два. Вот так. Так, где? Где вкусности? Вкусности отдайте. О, там есть новое оружие. Это нам надо. Ох ты! Посмотрите, он меня только что пинул. Вражина, собака. Вы посмотрите, сколько здесь, блин, народу. Откуда столько? Откуда столько прет? Вон оттуда, походу, да? А, ну еще вон оттуда тоже. Так, а ну-ка пойдемте. Нет, вот отсюда. Да? Все, бабах, бабах. Ощутимо на Shadow Play игрушка идет лучше. Но качество картинки получается хуже, чем на Фрапсе. Ну, я думаю, потерпим. Так, вон, база, блин. Так, давайте Люйбу.
Тэдэ, мадафака. Ты посмотри, какой сволочь, а? Живучий. Командир, блин. Кто-то еще живой. Бум. Хорош, хорош, Люба. Так, он оттуда еще прут. Прямо дуром прут. Сволочи. Как я уже говорю, мы никуда не торопимся. Мы идем мочить базы. Вон есть. Так, дадим отличиться Гиндио. Мое. Тоже мое. Так, я так понимаю, здесь я не пройду, да? Или пройду? Нет, я здесь пройду, похоже. Так, ну где ты тут? Так, здесь у нас база, хорошо. Так, вон там у нас база. Ну, сейчас эти союзники тут, наверное, отвоюют базу-то. А мы все равно им поможем. Бегает он, конечно, медленно. Но это все потому, что не прокачанный. Он, кстати, первого уровня. Но насколько собака силен? Еще один командир базы. Ух ты! Так, командир базы больше нет. Так, вот здесь вот можно пробежать, и здесь кто-то стоит. Ну давай, иди сюда. Я тебя жду. Где ты там? Так, вот здесь вот нам надо пройти. Там он, похоже, база, да? Да, база. На, сучонок. Ну где тут кто? Ой, вас бежит. Так, он там остались. А я не тороплюсь. А, ну они убегают. Я просто думал, вдруг они пойдут базу захватывать. Это было печально. Но они убегают, они не собираются захватывать базу. Так. Чанцы. Ну иди сюда. Yeah.
Блин. Камера, 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 как же ты... Как же ты... Все, по-моему, да? Мое! Блин, всего 150 очков, мало. Командир обороны. Окей. Ну где Люба? Вот Любу. Ну давайте подеремся. Сейчас выберем Люйбу и будем драться против Люйбу. Все, хватит. Вот так. А, ну он опять то же самое говорит. Значит, так и надо было. О, отдай мою эту лошадку. О, лошадка-то. Я хочу такую лошадку. Почему мне не дают? Какую лошадку не дают? Так, как мне повернуть? Хрен вам. Не так. Я просто не хочу идти сейчас в короте. Я хочу сейчас идти. Так, он бегут. Я хочу помочь братюням. Вон край там. Наши. Командир базы. Здесь мы проходим? Да вроде как проходим, кстати говоря. Так, тут у нас Люсю с кем-то дерется, с кем. Тут же нет никого. Ага! Привет! Ах ты, тварь! Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! Так. Хотя бы дадзис сделали. Да господи, а? Какой ведь ты? Давай. Пока эти восстанавливают. Нас тут точно не убьют. Вот она. Даже Орати схватил. Вот и все. И Орати потерпел поражение таких. Люйбу очень даже неплох. Ну, очень неплох, на самом деле.
Ну, его нам не открыли, потому что открыли нам его в прошлой серии. К сожалению. А может и хорошо. Так, у меня диапазон-то есть? Диапазон есть, блин. Так, снаряд. Это, по-моему, выпускает молнии. Наш сполох блок-то пропитан. Черт его знает. Давайте вот этот уберем. А снаряд есть? А, ну снаряда-то у нас и нет. Поэтому что думать. Так вот, ярость брать. Так. Впитать и ловкость. Ловкость, по-моему, у меня есть, да. Воздух нафиг не нужен. Пустая нафиг не нужна. Протыкатель небес. Основная атака 50. Офигеть, можно сохранить, да, сохранить. Ну вот так вот прошли эти главы. А с завтрашнего дня, я думаю, стартанет прохождение глав 3X и 6X компании Династии У. Так что не пропустите. Всем спасибо за просмотр, всем пока.